Всем привет, это канал Красного Герцога, и сегодня мы постараемся отстроить армию в игре Миллениа. В прошлой серии мы закончили Чумной век, опять же, за нас его закончили, перешли в эпоху Возрождения, обрели веру в Господа нашего, краба Владимировича, сидящего в центре мироздания и управляющего оттуда всем, да. Ну и я, в общем-то, пришел к выводу, что жизнь — боль. Нас никто не любит, отношения со всеми хреновые, Япония 65, но тем не менее все равно враждебны, все мне враждебны, кроме Штатов, пока, которые пока непонятно где. И даже там, где у нас количество очков достаточно высокое, да, все равно ребята ко мне враждебны, потому что я задохлик, я дрыщ, у меня нет ничего, мои войска мои дохнут, как не знаю кто. В общем, дохнут много и часто. Поэтому будем восстанавливать, будем создавать армию. Без нее, в общем-то, в таких играх и ни туды, и ни сюды. Весь вопрос в том, где и как мы это будем делать. Потому что... Да. Производственные мощности у меня тоже никакие. Так, что у нас есть? Есть у нас лодчоночка, галерочка наша, да, которая куда-то плывет. Ну, поплыли дальше. Может, что найдем интересное. Американцев, например. Так, ты у нас тут летаешь, плаваешь, в смысле, японцев обижаешь. А ты у нас армия, значит, стоишь, тусишь. Что у нас, кстати, в армии? У нас есть лидер... 8 монет стоит, кстати, лидер. Так-то не дешевое удовольствие. Пикинеры, арбалетчики, катапульты у меня тут есть, да? Ну, ты у нас будешь считаться, значит, осадной армией. Ладно, пока стой. У нас новая технология — плавка. Наша сила в плавках. Так, слитки в копья, опыт военного дела, слиток в инструменты производства, ага, инструментальная мастерская. И, собственно, горнила, где у нас метель железа превращается, собственно, в слитки. Отлично. Да, у нас остался только Чумной век. Здесь у нас в железном все изучено. Опять же, можно кинуться в эпоху Возрождения, можно добить эту. Ну, я догонять не вижу смысла. Стражи с арбалетами у нас тут есть, да? Турелька для обороны города. Для эволюции эпидемии требуется больше времени. И баррикады. Защитный юнит — баррикады. Ну, юнит, я так понимаю, это кривость перевода. Скорее, типа, это улучшение стен какой-то. Монополизация рынка, которая даст нам плюс 1 к роскоши из товаров с плантацией. Либо эффективное фермерство. Карантин меньше требует. Станки, опять же, это улучшение. Все на улучшение, которое, блин, дорого стоит. У меня нет этой самой. Очков улучшений. Давайте монополизацию рынка возьмем. Посмотрим, что там у нас с роскошью будет. Так, что у нас с производством, со строительством? В Москве у меня как раз пикинеры строятся. Потом Берема будет. А в Новгороде склады строятся. Да, это надо. Здесь у меня уинчился производство, каменные башни и стены. Такое, кстати, себе. Давай мы берем стены, поставим. Что поставим? Арбалетчиков поставим. Арбалетчиков вот так. Вот. 3-3 я что-то то ли не туда ткнул. Ну ладно, видимо, сбросилось. А может, и не сбросилось. Так, а в Приене? Приена. Почему так плохо в Приене? Почему у нас растет недовольство от количества регионов? А, ну оно снижается, наоборот, не растет. Хорошо. Здесь строится амбар. Амбар. Население 4. Ну, тут посмотрим. Подожди, а кран? Я все время забываю, что дает кран. Очки улучшений как раз, кстати. Тогда не будем смотреть.
Очки улучшений нам надо. Здесь по-прежнему только, в общем-то, самое низовое, самое минимальное, которое, кстати, можно на луга плантацию поставить, на чай. На чай. Можно сюда поставить охоту. А нет, нельзя, это еще вассал, кстати. Кстати, надо прикинуть, сколько там чего. Здесь у меня еще не все охвачено, да, улучшениями. Можно пастбище поставить. Мясо даст пищу? Да, наверное, да. А, я не могу... Нет, подожди, а где пастбище? Жилище, глинковые, причалки, ферма, карьер, охотничий лагерь. А, вот пастбище, 16. Ладно, подождем. Нет у нас пока методов против Кости Сапрыкина. Так, исследование там, блин, ну да, это тут теперь копить, не перекопить. Правление, да, Вологда. 85 стоит. Зараза. Дороговое удовольствие расширение тут, в этой игре. Так, поплыли дальше. Никуда мы не приплыли, понятно. Продолжаем патрулировать побережье Японии. И в Новгороде завершены склады, что дает нам плюс 30 еды, 20. Ой. Да, тут еще расти и расти. Но мне нужны войска. И здесь я могу что? Опять же арбалетчиков. 9 ходов долго, блин. Пайку надо делать. Рынок дает дипломатию. Опыт искусства, давление недовольства, это пока рано, влияние и расширение границ. Искусство, знания тоже надо, блин, все надо, как все, блин, успевать? Опыт военного дела. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну ладно, мы собирались заняться армией, значит армией. Давай здесь тоже арбалетчиков. Так. Завершить ход. Ну ладно. Так. Все. Дальше никак. Использовать культурную способность. Ну, давай посмотрим, что у нас тут. Можно очищать уже не надо. Пропаганда. Культурная способность. Так, снижает хаос за счет широкого освещения официальной версии событий. Кстати, тема. Или же, опять же, научный прорыв. Повышить новации. Повысить. Или Эврика. Плюс 80 знаний. Мне прям вот знания прям надо догонять, да? Создание города. Или городок построить. Давайте город построим. Построим мы город. Вернее, подожди, а можно вот этот вот город восстановить? Нет, нельзя, да? Ну вот мы, значит, его и... Подожди, культурная особенность. Построим обратно. Бам. Челябинск. Теперь у нас здесь Челябинск. Так, в правлении тут копится. В военном деле тут тоже ничего интересного. В машиностроении тоже копится. В дипломатии можно вассалу присоединять некого. Да, и с религией что? Можно празднование провести. Мешает ваше государственное религию в дружественном регионе снижать недовольство. Распространять я ее по-прежнему не могу. Кстати, как тут у нас идет снижение процесс? По-моему, не идет, да? А, нет, здесь снизилось. А где оно? Вот такое вот. В Новгороде. От чего? Плюс 0,5 население, плюс 6 количество регионов. Так, а что тебе население не нравится? Вроде все хорошо с населением. 6 из... Как говорится, еще расти и расти.
Ага, так, кстати, у нас тут вот такие новые значочки появились. Вера, да? Каждая единица религиозного населения в регионе свыше 5 требует единицы веры. Нужно удовлетворить эту потребность. А у нас же тут, по-моему, что-то появилось, нет? Такое, что дает веру. Или нет? Наверное, нет. Вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Так. Может, тут дома построить, если им жилье нужно? Хотя жилье 180. Что у нас тут? О, вот в Москве нужно жилье. В Москве нужно жилье, но... Подожди, а у нас тут что-то новенькое было про жилье. Куча каменная, чайная, горнила, шахта, жейная печь, красильня, ткацкий дом, пресс. Общественное жилье, вот. Четыре недовольства, это снижает на четыре недовольства или порождает? Жилье 15. Бонус на фэншуй плюс один. Так, а где у меня обычное жилье? Или это оно уже есть? И вот, жилище. 5. 15. Но я сюда поставить не могу. Я вообще никуда поставить не могу. Местов нема. Ха-ха-ха. Класс. Это круто. Это круто. И улучшать нельзя. Вот это зря. Ну, здесь можно снести. Вроде бесплатно. Да, давай мы снесем. А, даже возмещение есть. Ну. И поставим здесь общественное жилье. Бам. Немножко больше. И кривенько сделано. Было бы лучше, если бы можно было улучшать. Ну или хотя бы просто так, знаете, обмен сделать. Так, значит, здесь, в общем-то, в принципе, все хорошо. Да, молодец, я. У меня проблемы в Новгороде, я строю в Москве. Но в Новгороде надо веру вкачать, а вера мне арбалетчики строят. Значит, придется сделать перерыв и... Что у нас тут? Священное старое место. Колизей. Культуру даем, да? Ну да. Религия только священное место даст. Караульная. Караульная странная. Беседка какая-то. Ну ладно. Надо, блин. Иначе эта хрень будет генерировать мне хаос. Так, а в Винчестре... А, ой. Ой. А хаос генерируется у меня в Винчестре. Плюс 2 хаос. Минус 4 юнита, плюс 6 количество регионов, недовольство на следующем плюс 2. Прям-пам-пам. Давай добавим войск. Минус 8. Минус 2. Вот. А так будет потихоньку, но понижаться. А здесь, блин, туда все-таки оно минус 1,5. Тоже понижается. Ладно. Так. Еще в искусстве можно. 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 Я так ничего и не сделал. Ну давайте праздник проведем, да? Что у нас там? Получить 30 к работоцентризму, минус 10 к недовольству. Давайте как раз в Новгороде и замутим. У них тут проблемы были с этим делом. Вот теперь будет немножко получше. И я, наверное, надо все-таки попробовать будет вот этот вот островок как-то колонизировать. Но сначала нужна армия, чтобы там повыбивать всю эту кудлу. Ой, там до жопы. Так, у меня новая флотилия Берема построилась. И нет, она тоже не может плавать. Задница. Зато она может обстреливать, да, с воды. Пришли, молодцы. Дальше... Тут, конечно, пустую потрачено, ну ладно. Регион не активен. Москва построилась, да? Ну вот Москва у нас продолжит клепать войска. Давай рыцаря, давай пикинера. Ты, блин. Не смейте меня отрезать. Роскошь. В одном из ваших регионов население выросло хотя бы до 16.
При уровне населения региона выше 15 появляется потребность в роскоши. Для удовлетворения потребности роскоши необходимо импортировать или производить товары, дающие роскошь. Повышают роскошь книги и ювелирные изделия, а также все товары, произведенные на улучшении плантации. Отличие от прочих потребностей, удовлетворение роскоши никогда не опускается ниже 100%. Это просто бонус. Хорошо. Хорошо. Москве нужна роскошь. Роскошь жить в Москве. Как-то мне это знакомо. Вот, ну, почему они могут плавать? Ну нет в этом никакой справедливости. Они там все плавают спокойно на глубине, на каких-то... На чем вообще племя варваров может плавать? А я на триреме не могу. Пердец. Бесит. Поселенцы... А, ну да, сначала мы идем. Угу. Табак. Шино. У нас тут красители. Слушайте, а вот теперь, кстати, есть смысл здесь. Если не... Здесь как минимум есть смысл поставить аванпост. А кто у нас дает исследование, по-моему, да? Да, старатель. А, нет, старатель это не то. Подожди. Вот, перепроходец в строительстве. Блин. Ну, здесь определенно стоит аванпост построить. Давайте сделаем. Он определенно здесь нужен. Где-нибудь... Если... А, ну да, надо ж подойти, загрузиться. Ну, в чем дело-то? Потом подойти, разгрузиться. Серьезно? Они решили на меня напасть? Не туда я поплыл беремкой. Ну тупим, качаем военный опыт. Так. Кстати, о военном опыте. Подлечим. Тык. Мореплаватели. У нас открылось, опять же, вспомогательное судно. Перемещение, оборона, диапазон видимости. А здесь улучшение рыбалки. Давай-ка покопим на улучшение рыбалки. Ну и пока все, да. Едем дальше. А, я хотел посмотреть, что за значочки. Это наш крабоцентризм. А вот дальше... Не очень понятно. Зачем я сюда иду? Что хочу я тут найти? Мы же там уже были по 10 раз. Во всех местах. Продолжаем топить разные корабли. Так, значочки, да? Нет, это ты мне не то рисуешь. Подожди, вот. Основная религия, нет религии. Ага, это значит у нас без религии. Принято. Здесь это тут этот чё? Нет, опять он овцами показывает уровень недовольства. Ага. Ну тут минус, да, он снижается. Хорошо. Так, религии нет. Москва нуждается в роскоши. Кстати, гигиена опять начинает падать. Значит, в чем нуждается у нас Москва? В расширении. Смотри, в лесах я могу строить только леса, это лесопилки. Их даже разобрать нельзя, в отличие от цивилизации, чтобы здесь что-то другое построить. Вот это тоже минус. Это тоже минус. Так, внутренний экспорт. А, импорт только иностранный, да? Ну, мы можем по-другому сделать. У нас же кто-то роскошь дает, правильно? У нас дают роскошь. Где-то я тут видел, мне прям рисовало. По-моему, табак.
А я здесь не могу, у меня рынок не построен. Где-то я видел, кто-то мне прям вот рисовалось этот роскошь. В каком-то городе. Ну ладно, пока вроде бы на нас это не сказывается, а там сейчас что-нибудь придумаем. Я так понимаю... Нет, подожди, они ползали как-то... Откуда? Ну откуда? Там не было. Не было там минуса. В регионе Приены бушует эпидемия. Это гораздо серьезнее, чем просто сезонная инфекция. Принять и получить 80% эффективности региона на 5 ходов. Или потратить 600 монет. Ну придется, я не знаю. Это почти все мои деньги 600 монет. 80%. А у меня доктор есть где-то чумной. Где-то был чумной доктор. Хотите, пришлю. Он вас пролечит. А где он, кстати? Кстати, где он? Хрен его знает. А, его убили, по-моему, точно. Нет, подожди, я же построил нового. А куда он делся? А я забыл. А я забыл, куда он делся. Ну, падай. Жаль, конечно, но что делать? Так, построить аванпост. Бам. А расширить тебя как-то можно? Нет? Уменьшить специализацию. Аванпост, замок. Укрепление для защиты. Не, ну аванпост что? Аванпост есть аванпост. Значит, здесь у нас будет табак и красители. Ну, красители это я так, а вот табак, да. Табак это наше все. Так, на что потратиться там? Джунгли, лес, холмы. Это я сюда чувачка подсадил, да? Ха-ха-ха. Как цепочки строить в одном месте? Никак. В холмах можно только карьеры, в лесах только лесопилки. Ну ладно, хорошо, значит, здесь я ничего сделать не могу. Примем это как данность. Новгород. Охотничий лагерь, Новгород, вот здесь еще можно построить охотничий лагерь, да? Че гражданские? Жилище, куча мусора, общественное жилье, понятно. Челябинск можно, да? Че у нас есть? Чай, табак в Челябинске есть. Ну, в смысле, прения. И железо. Поэтому мы можем построить что? Мы можем превратить железо в слитки. Допустим, да? Кулинария. Мельница у нас превращает пшено или рис. Печь муку. Пресс лен. Или оливки. А в чанах у нас виноград или рис превращается в вино. То есть с чаем... Кстати, очки дипломатии дает. А табак что дает? А, вот, табак мне дает роскошь. То есть я могу, получается... В чем здесь Новгород? Приена. Я могу, получается, табак экспортировать. А, ну да, не могу, потому что нет рынка. Фу. Так, хорошо. Значит, то есть это у нас ни во что не превращается. У нас краска во что-то превращается. Текстиль, по-моему, да? Ткацкий дом. Нет, шерсть, хлопок или лен. А, вот красильня. Раковина превращается в пурпур. Ну, это достаток только. Бумага.
религиозные трактаты. Кстати, а вот, бумага в религиозные трактаты. Но сначала надо сделать бумагу. Бумага. А во что превращается? Точнее, что, из чего получается бумага? Из дерева. Так, пильно. Бревна производится. Так, превращается в древесину. Древесина превращается. Нет, тоже бревна. То есть мне нужна. Не нужна. Лесоматериалы, да, производит бревна. Вот мы как сделаем. Мы в Москве. Я же могу здесь дополнительно делать или не могу? Нет, не могу. Я могу только что-то одно экспортировать. А вот это прям совсем некрасиво. Я думал здесь сейчас лесопилок настроить и гнать бумагу, бревна сюда, делать из нее бумагу и из бумаги делать эти религиозные трактаты. Но, видишь, не выходит у Данилы Мастера каменный цветок. А у меня есть лесозаготовка. Вынчисли. У меня вынчисли есть бревна. А здесь тоже нет экспорта. Блин. Ну, я могу здесь делать бумагу. Правильно? Правильно. Давай попробуем. Мы превратим производство в достаток. А достаток в веру. Хрен его знает. Давайте не будем пока ничего делать. Знаете что, мы подождем. Тем более вынчисли сейчас здесь, по-моему, появится потребность в жилье. Так что мы немножечко пропустим. А там уже будем плясать. От того, что получится. Господи, да когда ж вы кончитесь? И откуда вы в таких количествах набежали? В смысле? Я подчинил, и оно все? Ну, а. Что-то пошло не так. Ну ладно. Ну ладно. Утопили. Главное, чтобы сейчас не расширилось и меня здесь не заперло. Уинчелси построили арбалетчиков. Давайте еще парочку арбалетчиков. Хотя, блин, может все-таки рынок построить? А, стоп, рынок у меня есть. А что нам дает? А, вот, плюс одна ячейка внутреннего экспорта. Склады нужны. Дорого, долго строить. Мы строим армию в этом. В этом ходе мы строим армию. Так, значит, построен арбалетчик. Арбалетчик, один штука. Мы берем тебя и отводим тебя на формирование. Допустим, вот здесь у нас будет армия собираться. Здесь у нас одна есть. Здесь у нас, кстати, пайкмана сделали, да? Походу, да, сделали пайкмана. Пайкмана мы забираем сюда. Здесь у нас тоже пайкмана сделали. Да, состав армии, 5 человек. Чуть бы, ну, катапульту обычно брать не будем. Значит, лучник обязательно, арбалетчик, обязательно копейщик. Лидеров дороговато будет. Наверное, тогда 2 копейщиков. Значит, лучник, 2 копейщика, всадник и 2 лучника. 2 лучника, 2 копейщика и всадник. Вот так. Вот такой у нас будет стандартный состав армии. Ну, а для осадников мы будем ставить этот. Катапульту. Или трибушеты, когда я наконец-то их открою. Пик. Да вы задавали. Они не хотят кончаться. Новация сады. Один инженер разработал чертежи строящихся садов, струящихся садов в городе региона России. Они выглядят как что-то фантастическое и непрактичное, но очень красивое. Если мы принимаем, открываются висячие сады или бабло. Ну, кстати, можно как бы вот эти новации считать за какие-то такие мини-чудеса, да? Открываются висячие сады. А где они открываются, кстати? Интересно знать. Не здесь ли? Вроде бы нет. В производстве? В смысле, в строительстве. Да. Что дают? Плюс культура, плюс опыт искусства и пищу. Хрена себе. Хорошая штука. А здесь у нас тем временем построился лыцарь. Поинк. Дальше. Так. Пайкман-лучник.
Пайкман рыцарь. Еще один, значит, лучник мне нужен. Хорошо. Пока стой. Беремка. Беремка. А ты плыви. Сейчас мы проверим, как ты у нас стреляешь по навесу. Так. Ну, стой, пропусти. Так, культурная способность. Создать можно еще один городок создать. Я, по-моему, в этом Винчелсе... Винчелсе создавал. Да, у нас Тобольск здесь есть. Здесь Челябин, здесь Береза. В общем, везде есть городки. Хорошо. Исследование два хода осталось. Пропаганда, пропаганда. Снижает хаос. Ну, хаос у меня недавно снизился. Плюс 8, блин, накопления. Очень, очень много. А ты его снижаешь прям вообще? Или как? Ну, давайте посмотрим. Бам, минус 2, да. Да, да, да. В общем, надо. Эту штуку надо. Она снижает хаос прям совсем. Учтем. Государственная пропаганда решает. Еще что надо там для вашего расширения-то? Вот Москва. А, нет, она расширяется. Только она зачем-то на воду расширяется. Блин. Ладно. Так, дошли. Два пайкмана, всадник, лучник. В смысле, арбалетчик. Так, подгребаем ближе. О, господи. О, господи. 16 уже. Тоже, кстати, стоимость растет. Правильно? Нет, 16 все еще. Ой, ну топи. Ну топи, это я слишком смелое заявление сделал. Так, там убился. Давайте выйдем из этого тупика. Новости из-за рубежа. Швеция воюет с Японией. Молодцы. Османская империя воюет с Японией. Красавцы. Так их узкоглазых. Они, падлы, не хотят со мной дружить. Я им двух послов заслал, а они не хотят со мной дружить. Даже не хотят открывать мне посольство. Сволочи. Еще раз предлагаю. Смотри, друзей у тебя немного. Так. Поехали дальше. Оп, кто-то апнулся. Технологию изучили. А, арбалетчики как раз. А мне очков не хватает военных, да? Отвергнуто. Ну и долбоклюи. Нет, а что это у нас такое? Подожди. Винокурня, улучшение, ну. А, то есть ты мне предлагаешь улучшить винокурню в... Во что? А, в изысканное вино, дающее культуру и 4 единицы роскоши. Во, мы решили проблему, кстати. И это, да, это мы, получается, закрыли. Вот оно что, а где у нас винокурня? Изысканная торговый управляющий, кухня, винокурня, во. О, интересно, ювелир тоже, кстати. Золото, а, ну это золото превращается. А кухня, мясо, оливки или сахар превращаются в деликатесы, которые тоже увеличивают роскошь и еду. Отлично. Отлично. Карантин. Стража с арбалетами, да. Хочу стражу с арбалетами. Так. Так, так, так. А это значит... А это значит, у нас есть оливки, которые можно перегнать... Мясо, оливки или сахар. Еще и мясо я сюда, кстати, вывожу из Москвы, да? Деликатесы, что даст пищу и роскошь сразу в Новгород. А почему бы и нет? Бам. Да. Что у нас в минус ушло? Мясо, оливки или сахар? Так мясо, оливки или сахар? Ну, зато у нас есть лишь деликатесы. Внутренний экспорт. А вот теперь я могу их вывозить, но пока никуда не буду. Пущай и будет в наличии. Так. Собрались как-то ребятки. Ну, вы же сейчас строите, да, еще одного арбалетчика? Как раз на следующий...
ходу построят, можно одного отсюда уже уволочь. Давай так. Идите в Омск. Черт, это же Омск. Оттуда же еще никто не возвращался. И вот так. Ну, будем надеяться, ребята выберутся. Это будет непросто, но я в них верю. Да блин. О, наконец-то какой-то берег. Главное, чтобы не турецкий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я пошел отсюда. Сейчас потопят мне. Сейчас мне галерку-то потопят. Короче, не получается у меня стать великой морской державой. Жесть. Жесть, как она есть. Вот, допустим. Нет, ты только по городам можешь стрелять, да? А, не перемещен, понял. Ладно, подождем. Я отойду еще немножко и попробую тут полечиться. А ты полечишься у нас вот здесь. Москва, пикинеров построила. Хорошо, красиво. Давай еще рыцаря и еще одного пикинера. Казармы мне, кстати, что дадут? Опыт военного дела. Ладно. Приемно построили кран. Молодцы. Религиозное строение, культуру и знания дает. Армия. Долго строится все это дело. Давай-ка я построю все-таки религиозное строение, которое даст нам знания и культуру. Склады. Внутренний экспорт. Ну как тут много всего. Строить, не перестроить. Ну, типа производство, да, хорошо, пусть будут склады. Приену мы так и быть освободим от воинской повинности. Очень много надо всего. Так, следующая армия, формирование сюда. Пум-пум-пум-пум-пум. Мореплаватели у меня открылось. Так, улучшение сбора, да. Я это и хотел. Готово. Готово. Машиностроение. Что у нас тут? Трибушеты как раз, кстати говоря. Мастерская народных умельцев. Открывает опыт строительства. Два инструментов. А! За опыт строительства я построю мастерскую народных умельцев, которая превратит инструменты в станки. То есть 8 производства, очки улучшения. Мне еще инструменты надо как-то сделать. Часовая башня. Роскошь дает. От души, от души. И постро... В смысле? А, первопроходцы могут строить трибушеты. Ага. Это у нас машиностроение. А так, в строительстве проходит расширение города. Может, лучше на расширение города бахнуть? Я долбаю... С чего я решил, что речь идет про восстановление города, который столица региона? Вот же кнопка «Восстановить разрушенный город». Я взял туда поверх, поставил. Потратил культуру, которая еле копится. Ай-я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 й. Ладно. Давайте вот березу скачнем. Третий город. Нет, второй уровень. Да. Плюс 6 достаток. Вот я орел. Ну ладно. Ладно, черт, давайте еще тогда и че. Да пошло оно все. Бахать так бахать. Иркутск у нас уже, по-моему, второй уровень.
фермерский город. Да, кстати, можно же выбрать. Березово у нас что, тут оливки, у нас тут лен, у нас тут зверюшки. А специализация фермерский. Города дают пищу за прилежащие фермерские улучшения. К фермерским улучшениям у нас относится что? Плантация, пастбище, да. Отлично. Значит, Березово у нас определенно фермерский город. Плантация, охотничий лагерь, правда. Кстати, фермерский город. Ну ладно, в общем, я думаю, в любом случае это как бы плюс. А вот Тобольск у нас рядом с холмами, с шахтой, да? Тут, правда, лесозаготовка и плантация тоже есть, но у нас получается две промки. А, лесорубы отдельно, шахтеры отдельно. Шахтерские города дают производство за прилежащие улучшения горного дела. А это за добычу древесины. Слушайте, а будет считаться вот этот лагерь? А давайте посмотрим. Плюс 4 производства. Да, плюс 4 за соседство. Да, видимо, заработает вот этот соседний лагерь. Вот этот вот. Хоть он и не наш. Кстати, они наших. Это надо исправить. Вот, теперь наш. Вологда наш. Наконец-то я создал полностью. В смысле, захватил весь остров. Все постройки в нем — это моя империя. Никаких тебе вассалов. Ничего не поменялось. Отлично. Так. Какой город я еще не качнул? Я Челябу не качнул, потому что у нее здесь плантация, пастбище. Да, это тоже будет фермерство. А, ее сначала надо расширить. Его. Вот, ты у нас будешь фермерский. Пока плюс ноль. Хотя странно. А, я не построил здесь плантацию еще. Срочно это надо исправлять. Нельзя, на следующем ходу. И пастбище тоже. Лады. Так, Вологда. Только построенная. В ней у нас только чистокол, городской центр. Зато и крам есть, кстати. Уже. Население 3. Рабочий лагерь даст мне производство, которое мне так нужно. А амбар даст еду. Тогда лагерь и амбар. Вам тоже пока не до производства армии. Так, ты построил, да, значит, себе еще одного арбалетчика. Давай построим тебе еще арбалетчика. Новгород у нас строит священное место. Дорого, долго. Ладно. То есть у нас фактически сейчас строят только Уинчелси и Москва. Детективно отстраивает армию, да. Приение. Да, приену я освободил. Религиозное строение и склады. Черт побери. О, я видел. Подползло немножко. Расширяются, да, потихонечку городки наши. Так, езжайте быстрее. Ты здесь стой. А ты... Нет, все равно не может. Подберитесь к цели, которую можно... Осадить. Да, это осадное оружие. Хорошо, там есть городишко небольшой. Попробуем осадить его. Так, а где у меня... Вот здесь, да? Отдыхает. Ну, тут, блин, долго будет. Ой, долго. Но там очень много народу. Пущай восстанавливается. Я уже думал, все. Но нет. Нет, они это пережили. 180, кстати, урона у этой беремы. Это хорошо. Плохо то, что она не может плавать на глубоководье. А кто-то же, блин, зараза, уже в эпохе Возрождения. Ой, я куда поплыл-то? Не тем кораблем поплыл. И у этой заразы
в эпохе Возрождения, уже, наверное, есть корабли, которые плавают по глубине. Ай-яй-яй. Так, правление. Создать поселенца. Я вот этот островок хочу хапнуть. Здесь есть кофе. Здесь есть коровы му. Куча лагерей. А золото я разве не здесь видел? Нет, золото я не здесь видел. Здесь есть Сан-Паулу. Давай, наверное, я сделаю поселенца. Сейчас он тоже потихоньку куда-нибудь отправил. Так, еще один арбалетчик. А вы стойте. Ой, ну ладно. Это я поторопился. Ухо Возрождения. 1525 год нашей эры. Да. Где-то в это время эпоха Возрождения уже. Вовсю. Ну, давай сюда высаживаться. Какая хрен разница, да? 226. Неплохо. Ну как, Сан-Паулу-то можно будет садить? Можно. Только надо подождать. Лады. Так, что я еще хотел? Древние мореплаватели. А, ну у меня осталась одна, а здесь вообще единичку нужно, да? Отлично. Надо все открыть. И теперь я смогу... А, мне надо построить 5 вспомогательных суденышков. Понял, принял. Ща на это наклепаем. Где у нас там? Создать вспомогательное судно. Ща. Бам. Давай добывать нам рыбу, чё? Не, подожди. Давай ты нам добывать рыбу будешь вот здесь. Восемь теперь. Оно дорожает тоже. Зараза. Нечестно так вообще. Так, подкрепление могу сделать. Хотя чую, мне сейчас надо подкрепление будет в другом месте, да? Пусть лечится, стоит так. Так, создать торговца можно. Присоединить вассала. Во. Во. Завассалит Сан-Пау. А, это посла надо, блин. 44 дорого. Дорого. Религиозное празднование мы уже проводили. Распространение религии. А я могу Сан-Пау? Не могу. Город он пустыль, столица. Зато могу творца сделать. Который ускоряет развитие культуры. Там, правда, 3 хода осталось. Плюс 50 процветания на вассальную территорию. У меня вассалов сейчас нет. Религиозное празднование. Распространение только в чужой регион. Да. Ладно. То есть, фактически, получается, я на данный момент могу распространять свою религию только в Штаты, которые я даже не вижу. Потому что все остальные ко мне враждебно относятся. Потому что я слишком слабый. Блин, все как в жизни. Так, приплыли. Обирай товары. Бам. Исследование. И еще одну суденышко. А, кулдаун есть, ты глянь. Надо подождать. Окей. Так, ну что, валим? Наш оравой. Я на это даже посмотрю, как они будут работать коллективом. Бам! Ой! Как-то они круто работают коллективом. А чё никто не хочет нападать, я не понял. Так, вот, да, можно. Бам!
Укрепление получает 73% урона. Короче, сносить укрепление. Все, я понял. По-моему, в какой же цивите это было? Вот именно вот в таком режиме. Ну, то есть корабли-то, которые могли обстреливать города, там были где-то во всех цивах. А вот чисто по укреплениям долбилось. Забыл, не помню. Ну, то ли в четвертый, то ли в пятый. Можно было стрелять только по укреплениям. Или я уже глючу. Или там можно было выбрать, почему стрелять. Как-то так. Так. Нет, не туда нажал, пардон. Дипломатия. 44, да? 44. Посол ходит чисто улучшать отношения. Кстати, если уж с кем улучшать отношения, так это с Индией. Они и без того у нас большие. В два раза сильнее она меня. Ты смотри. Давайте попробуем. А вот бы вот, кстати, вот так вот кнопочку нажал, и тебя туда щелк и перекинуло. Нет? Нет? Зелененькая наша Индия. Где ты? Это же не Индия, да? Это не Индия. А, то есть Индию я тоже не вижу, да? Обыда обыдная. Ну ладно. Так, ну я хотел бы две армии должен сегодня построить, знаете? Полноценные. Отвергнуто. Какая ты не в наших интересах. Ко-ко-ко-ко-ко. Не хотят нападать. Снутся. А давай я Сан-Паулу захвачу. Прям вот сходу. Я... Ой, ёперный мамай! Надо было сохраниться. Там еще и народу до жопы. По воротам стреляйте, ну что вы делаете? А? О. Ой, какой урон смешной. Ва, вот это уже хорошо. Кому-то боевой дух в ноль снесли. Еще в ноль. Не, ну я его захвачу, хотя это мне дорого обойдется. Все, боевой дух ушатали. Бам! Военные пленники. Они храбро оборонялись, но не выстояли. После того, как сдается последний боец, вам нужно будет решить, что делать с выжившими. Заставить выживших переехать в вашу столицу и разграбить все, что они оставили. Родина получит 2 населения в Москве, плюс 100 достатка, плюс 10 хаоса, который, кстати, опять плюс 9 стал. И город уничтожается. Либо мы их принимаем, малый народ становится вассальной территорией. Да, ради этого все и задумывалось. Вот, а теперь я здесь могу спокойно отдохнуть до восстановления. Дальше... Блин, хаос опять растет. Надо снижать хаос. Снова. А это опять же культура, да? Я, короче, культура у меня будет, походу, работать только на это. Уинчелси построил еще одного арбалетчика, да? Подожди, тогда. Еще одного арбалетчика мне, по-моему, как раз и не хватало. А, еще одного пикейщика и коняшника. Коняшника мне не хватало до полного счастья. До полного счастья. Вот у нас коняшник. Рыцарь, извините. Коняшник, да. И, значит, пикейщик еще будет строиться один ход. Пикейщик. Пикинер. А потом опять рыцаря. Регион не активен. Ну, а здесь тогда еще арбалетчика. На два, да, арбалетчика на еще одну армию. То есть три это минимум, который я хочу, чтобы у меня был. Я имел в виду еще хоть одну сегодня построить в этой серии. Икс, искусство. Снижение недовольства. В Москве все хорошо. Хотя с гигиеной, кстати, уже не очень. Опять чуму напризываю, блин. Приене, кстати, жилье нужно. Вологде неплохо бы хавку. Учился опять веру. Так, гигиена у нас дает мусорные кучи. Мусорную кучу я построить тебе позволить не могу. А значит, нужно все-таки после рыцарей будет что-то делать на гигиену.
А, торговый управляющий. Плюс еще одна ячейка импорта. Гильдия врачей. Нет? Гильдия врачей дает веру. Странно. Зато снижает вероятность у эпидемии. Слушайте, а как мне... Хреново. На этом уровне, я так понимаю, никак, да? Турель, баррикады, мастерская. Нет, это ничего не даст. Мне надо в возрождение уходить. Чтобы иметь возможность строить новые здания на гигиены. Хотя, может быть, я не все здесь изучил. А, ну карантин, кстати, может быть, что-нибудь дает. А, нет, подожди, мне же там подсвечиваются все строения, которые у нас будут. Да, вот баррикады, это все там подсвечивается. Да, ничего мне здесь не появится. Надо в возрождение уходить. Хреновасто. Хреновасто. Потому что сейчас гигиена начнет опять падать. И гигиена будет падать. И опять в эпоху чумы. Интересно, второй раз в нее можно будет влететь или нет? Это я хотел. А, да, кстати, можно еще одну суденышко сделать, которая у нас поедет опять же основу добывать красители, собственно. Мне красители нужны. Ну... Да чтоб тебе туда и обратно. Что ж ты не хочешь ставиться-то? А, тут уже кто-то добывает. Понятно, я не заметил. Пардон. Ми пардон. Так. Тут ничего. Значит, тут тоже. Тут ничего не будем делать. Расширение города мы расширили. Восстановление. Добытчик, первопроходец. Тоже, наверное, ничего. Да... Все ничего. Вот мы что сделаем. Где у нас снижение недовольства? Давай. Бам. А то что-то они опухли там. Ну, минус все равно остался, да? Вологде тоже. Почему вычислить-то не светится? Во, Вологда. Здесь вообще плюс 6. Ёперный мамай. А чё так? А, войск нет. Армии нет. Блин. Ну ладно, здесь мы расквартируем следующую армию. Сразу так минус 20 будет. От 5 юнитов. Когда они будут готовы. Так, ты доплыви. Так, лошарик. Лошарик, стой. Вот сюда иди. Вот сюда. И где наш пайкман второй? Не доходишь, да? Ну, ладно, вы тогда это... Соберетесь все вместе уже в Вологде. Сюда. Срочно надо подгонять войска, чтобы снизить недовольство. Так, поселенец продолжает грести вперед. Беремка у нас, получается, отбомбилась. Больше бомбить ей некого. Ты у нас тут просто тоже так шарахаешься. Непонятно зачем. Да, пропаганда снижает хаос. Бам, до нуля. А чё он вырос-то, я вот не понял вообще. Изменение заход 0.14. Это плохо. Может расти из-за некоторых выборов во время событий или из-за достаточного количества недовольства в регионе. Ага. Скакапливается ТРТМ, когда будет заполнено, будет расти вероятность, что на следующем возникнет отрицательное событие. Ну, понятно. Так, это мы забрали. Карантин. Отлично. У нас осталось эффективное фермерство, станки. Ну, давай фермерство. Опять же, да. Я опять забыл улучшения. Улучшения я забыл, потому что что хотел, я хотел что-то сделать.
Что-то умное, что-то ценное. Да, вот здесь плантацию надо сделать. Бам. Рядом с Челябинском, а здесь сделать пастбище. Бам. Вот. И Челябинск теперь у нас дает достаток. И пищу. Приену. Еще у меня осталось немножечко очков, из которых я могу сделать что? Вынчился у нас экспорта нет. В Вологде у нас экспорта нет. Подожди, а где я бумагу делаю? Где я делаю бумагу? Нет, это кухня. Нигде я бы не делаю бумагу, да? Но могу, в принципе, Уинчелси построить бумажное производство. Нигде же не делаю, да? Не делаю. А здесь вот среди кустарников, например. Да блин, что ж я все не туда тыкаю. Вот, собственно, да. Вот в этом самом месте я могу построить производство бумаги. А что это у нас в скриптуре в два экземпляра? Бумага в религиозные трактаты. А, вот так вот, да? Ага. Хочешь в трактаты, хочешь в рукописи. Но и то в скриптуре. Так, бумага, 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 бумага. Блин, можно так. Производство. Красильная скриптура. Нет, подожди, а. А, дерево обработки, господи. Да, бумажное производство. Точно не ставил? Где-то мне казалось, я ставил бумажное производство. А где бы я его мог поставить? Сейчас поищу, секунду. Нет, нигде не ставил я бумажное производство, поэтому давайте мы его здесь сделаем. Да, бревна производят бумагу в достаток. А, я поэтому и не стал ставить, да, производство в достаток. Блин, здесь всего 18 производства. И бревна мне дают... 2. То есть будет 16. Ну, пока я строю армию, нельзя. Ладно, хорошо, не будем это делать. Так, зато мы можем что? Мы можем наконец-то присоединить вассала. У нас есть Сан-Паулу. Давайте мы его присоединим. Бам. Не понял. Вот сейчас не понял. Вассальный, чтобы ускорить ее присоединение. Плюс 5. Плюс 5, бляха-муха. Сначала читайте описание, потом делайте. Блин. Ну ладно. То есть это... И потом мне надо будет потратить еще за сотню, блин, правления, чтобы... Жопа. Ладно, хорошо. Тогда у нас есть искусство, есть распространение религии. Я что-то этот... В чужой, да, религиозное празднование, оно у нас снижает, кстати, недовольство. Вот у нас в Вологде масса недовольных, а еще там проблемы с крабоцентризмом. Опять же, не просто, видимо, снизило, да? Недавно присоединились. А, понятно. Минус 2 будет. Так, хорошо. Но я не понял, опять же, здесь что написано? Здесь написано, религиозный праздник повышает вашу государственную религию в дружественном регионе, снижает недовольство. Получить 30 крабоцентризма и 10 недовольства минус. То есть это я, получается, на десяточку его все-таки снизил, да? 32 это, видимо, циферка, да? То есть было 42? А где вот... Блин, а где посмотреть, сколько крабоцентристов стало из 3? Нигде. Неудобно. То есть ткнул, а куда ушло, не ясно. Ну, то есть оно, конечно, куда-то ушло, но сколько чего, непонятно. Это плохо. О, кто-то на меня сагрился. Ой. Кто-то там крутой. Нет, показалось. Не крутой. Так, да, давайте, пикинеры, топайте. Ты плыви. Ты высаживаться под... Не торопись. Сейчас мы там армейку нашу... Ой, сколько тут народу, а? Тут чистить, не перечистить.
Стой, регион неактивен. Кто? Новгород. Построил священное место. Отлично. Теперь здесь будет расти. Да, религия. Все, жилья не хватает. Жилья на вас не хватает. Не хватает жилья. Вот искусство, акведук 7. Потихоньку подбирается. 6 ходов. Не, ну пока можно не строить. Памятник что дает? Влияние. Расширение и влияние. Турель, баррикады. Да, стены улучшаются до баррикад. Или врачей, казармы. Караулка даст нам подавление недовольства. Давай памятник поставим, а потом плазу. Так, подожди, с завершением хода. Я хочу вывести нашу армию, убить вот этих вот орлов. Бам. One shot, one kill. Отлично. Прикрыть поселенца. Как вас много, как вас много. Да, блин, да, потратил искусство, потратил этот. И все впустую практически. Воинское дело копим, исследование копим, правление тоже копим. Лады. А, блин, я вспомнил еще одну вещь, хотел попробовать. Убился, да, молодец. Так, доходим. И упало до единицы. И минус 3,2. Ага. Минус 12 всего дает? А что так мало? Полная армия стоит и все минус 12. А в приене? Минус 20. Ну, до катапульта так снижает нехило. Недовольство. Круто, круто. Так, здесь тоже нужно этот. А здесь, да, и здесь я говорил. Ага, 139 плюс, 139 плюс. Не, ну пока везде плюс. А, не, мне опять Москву выделяет. Почему? Оно не при наведении курсора, а по центровке камеры показывает. Понятно. Да, в Новгороде нужно жилье. В городе нужно жилье. Общественное. Бам, вот так. Место теперь есть. Приене, кстати, тоже нужно жилье. Поэтому мы его поставим. В Инчелсти. Нужны религиозные. В Вологде нужна еда. Еда. Да, мы копим. Мы не копим. Нам нужно сколько еще? Еще 2 вспомогательных кораблика. 12 очков этого не хватит ни на что. Не, на причал хватает. Подожди, я причал здесь поставлю. Вологде. Причал нам даст что? Причал даст нам 2 достатка, опыт исследований и производства. Ну и диапазон видимости это такое. И создаст нам вспомогательное судно, кстати говоря. Само. Вот здесь мы причальчики поставим. Бам. И ты плыви. Ты плыви пока. Подожди, а у меня здесь хоть кто-нибудь есть? Не стоит высаживаться или не стоит высаживаться? Давай вот здесь встанем. Ну давай вот так. И еще раз ваншот, ванкил. Бам. Нет, 2 выстрела потребовалось. Тогда можно высадиться, да. Так. Ты у нас... А лагеря, кстати, наверное, тоже можно обстреливать. Надо проверить. Надо будет проверить. Уплывем. Подожди, а я же этот... Где мои... Где мой... Угу.
А где лодочка? Или там прям совсем вообще при первом? Ну ладно. Давай тогда построим вручную. Еда, значит, нужна. Давай. Да, вот 157 стало. Хорошо. И... Блин, я опять забыл. Да, дипломатию зарыться. Плюс 3 опять, кстати, хаоса. Непорядок. А ты что делаешь? Отменить сбор. Нет, собирай. Вот. Так, давайте сразу дипломатию. Я что хотел? У меня по очкам Испания ко мне ближе всего. 400 очков разницы. Давайте попробуем восстановить нейтралитет. Поглядим, что из этого получится. Так, ты ничего не делаешь. Ты стоишь, ждешь. Так, 45. Это уже более болезненно. Вот стоит ли? Нет, давай-ка лучше вот так. Хотя все равно ты займешь клетку, да. Лучников убил. Да, я что-то не подумал. Ой, надеюсь. Ой, надеюсь, что все обойдется. Да, можно обстреливать. Угу. Это хорошо. О, выздоровел, наконец-то, сам. Сам выздоровел. И сюда лечиться. Коровы и волчица, торговца пока подождем. И я могу создать еще... Нет, не могу. Да, кулдаун. Кулдаун. Кстати, здесь... А, здесь все. Я прокачал ее на полную. И не заметил даже. Ну хорошо, давайте я на всякий случай сохранюсь. А хотя я все равно... Нет, я могу его высадить, да? На воду, если что. Поселенца. Завершаем ход. Здесь надо что-то сделать. Напали. Да, мне это отвергнули. Ну, того не стоит. Ну, конечно. Сдулось. Нет, смотри, это была оборона. Кто у нас здесь тусит? Да, есть эти самые. Городское ополчение. Это хорошо. Ой, даже поселенцы дерутся. Крутые ребята. И, кстати говоря, обратите внимание, нет построек оборонных. Все снеслось. То есть я их снес, и их нет. Надо строить заново. Так, ну вас надо убивать. А то вы охренели. Причем лучники всего лишь и кавалерия. Всего-то два отряда. И 65 уже сила. Хорошо, что они не объединяются в более мощные отряды. Так, продолжаем обстрел. Все, частокол потеряли. Так. Ну, топи. Хрен ли делать там? Поселенец пока здесь стоит, тусуется. Че, все, вылечился? Ну, молодец какой. Шустер, шустер. Неактивный регион Москва. Построил рыцаря. Так, где наша Москва? Только рыцаря, да? Да. Здесь у нас лучник. Один сюда. Значит, рыцарь тогда еще пайкмана надо сделать. Двух. Да, двух пикинеров. И после этого можно опять заняться строительством города. 1100 денег, кстати, у меня. Это хорошо. Так, а вынчился еще одного лучника. Арбалетчика. Он как раз сейчас достроится. И можно будет 6 памятник поставить. Влияние, да? А, склады нужны, да, вот. Для внутреннего экспорта нужны склады.
Так, плюс 14. Здесь, да, пока все по нулям. И последнюю. Последнюю вспомогательную суденышко. Построим. Отправим сюда. Сделаем, поставим. И можно закрывать ветку древних мореплавателей, что дает нам что? Общественное устройство постижения нового. Очки общественного устройства включены в пятой эпохе. А, понял. И опыт исследования. Ну, ладно, это всего лишь плюс один. Хотя нет, постижение. Ну-ка, что тут? Снижение стоимости исследования технологий за каждое очко минус 1%. Угу. Хорошо. Не очень понятно, но... Хорошо. В пятом... Ну, в смысле, непонятно, оно будет сейчас действовать или только в пятой эпохе. 4. Ну, вот сейчас посмотрим. Ну, скорее всего, да, только в пятой эпохе. Стоим. Ну, тут стоять-то долго не получится. Да. Сразу в конец. Тут теперь недовольство, да? 9 ходов до присоединения. Будем их нулить дальше. Подождем, может нарвется. Почему бы и нет? Ладно, так, я могу долго еще все этим заниматься, как я уже говорил, без остановки, а времени тем временем до хрена прошло, надо заканчивать. Окей, ну что, в принципе, две армии мы построили, третья в процессе, наверное, после третьей армии я сделаю перерывчик, да? Настройку армии. 1230, кстати, у нас уже рейтинг, а в Испании все уже 1600. Короче, разрыв не сокращается, несмотря на то, что армию я подклепал, неужели она у них настолько мощнее? Вполне может быть. Что ж, тогда серия на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на Трово или Твиче, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградкой на наш Дискорд сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.